Всем привет, дорогие мои! Мы возвращаемся с вами в кухонную лихорадку. Так, кидаем кости. Кости — это кубики. И выбираем ресторан, в который пойдем играть, короче. Так, у меня в кафе для завтраков прибыло какие-то два улучшения для интерьера. Заходим и смотрим. Не хочу я напрягаться, я хочу, чтобы все за меня само готовилось. А я только приказывала, кому что накладывать. Но что-то я сомневаюсь, что это получится. О, так, у меня прибыл стольчик. У меня статуя прибыла. Да, чучело. Чучело. У меня в кафе будет стоять чучело. Я бы ни за что не стала есть в кафе, где стоит чучело. Там же муль может летать. И вообще, я была в таком ресторанчике. Я не понимаю прикол есть еду, когда на тебя смотрит труп животного, набитый чем-то там. Ну, это не особо. Хорошо. Так, короче, 29 уровень. О, мой загадочный 29 уровень, который я никак не могу пройти. Ну что, ребята, делаем ставки. Пройду ли я сейчас в симуляторе бизнеса, тайм-менеджменте, готовки? Ну, то, что первый блин будет комом, я даже не сомневаюсь, потому что... Надо постараться, чтобы успеть. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Так, кстати, что-то я торможу в плане того, что я же знаю, что они захотят. Так, в плане того, что я знаю, то. Так, мужик, тебе даем? Тебе мы даем кофе? Иди отсюда, стрекоза ты моя недоделанная. Так, ты хочешь у нас печеньки? И так, бештексики, кофе, фасольку. Ой! А вы посмотрите, к Новому году они изменили эти штуки. Они теперь все... Ай, блин, засмотрелась на рога этого мальчугана и забыла про даму с Амстердама, которая теперь в шапочке ходит. Красота какая, лепота. На... Называется, могло быть все еще хуже. Так, насколько я помню, здесь все хотят печеньки. Так, что я так туплю? Туплю просто по-черному. У меня сейчас все нафиг сгорит. У меня нет обогревателя, подогревателя. Не знаю, как его называют вообще. Так, короче, дело к ночи. Все очень плохо, надо переигрывать. С другой стороны, я потеряю деньги, которые я заработала. Или не потеряю? Да, я потеряла деньги. Потеряла деньги, и это очень-очень, не очень сладко. Короче, ребят, я буду меньше болтать. Угу. Так, и... Ха-ха! Так, и... Вот так, и печеньки даем, и фасольку даем, отправляем его... Восвояси. А, горит, горит, горит. Горит. Так, яйцо. Что тут? Фасольку, яйцо. Блин, не успела. Какой кошмар. Но не надо отчаиваться, не надо много болтать. Держи свою сосиску, Дед Мороз. Ой, так, что же так все плохо-то, а? Кошмар. Кошмар. Просто кошмар. Держи, да ёпрста. Да, глазомер меня подводит. Подводит глазомер-то меня. Так, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, фасолька, масолька. О, ушел звон пошел. Кто-то материт меня, видимо, из этих... как их там называют-то? Так, у меня сейчас приготовятся две яичницы, а у меня только на одну яичницу. Это очень плохо. А, черт, сгорела-то, пляхомуха! Ах, она такая. Ай-яй-яй-яй. Так, печеньки. Что, кисунь, ты хочешь от меня, малыш? Так. Кисунь мяучит? А чё он мяучит? Не знаю. У меня кисунь что-то мяучит, ребят. Так, видимо, тоже хочет сосиску. Услышал слово сосиска. И все, захотелось ему сосиску. Да, киса у меня любит сосиску.
чем? Блин, да что такое? Ребят, у меня реально сегодня зрение никудышнее, в плане того, что я вечно кнопочкой ошибаюсь. Пытаюсь щелкнуть на пиштаксе, а вместо этого попадаю в неполе. Такс. А, опа. Что тут у нас? Фасолька, помидорки. А, я не успела. А, у меня куча сгоревшей жратвы. Ну и пофиг. Ой, блин, сосиска минус 8. Какой кошмар. Да, с такими темпами я даже с учетом чаевых... Кстати, если я не буду допускать ошибок, буду играть, как играла в прошлый раз, то я пройду этот несчастный, злосчастный 29 уровень. Другое дело, что... Так, проще сказать, чем не сказать. Кисун, ты мне немного мешаешь, ты в курсе? Кисунчик, солнышко, я не вижу, куда сосиски-то вытягивать. Кисуна! Кисуна! Ребята, рекламная пауза. У меня кисик встал прямо перед экраном, закрыв своей очаровательной мохнатой попенсией. Мне что вытаскивать надо? Так, блин, так. Короче, дело к ночи. Из-за кисуна мне придется переигрывать. Да, так часто я еще ни разу не переигрывала. Я обычно вообще не стараюсь не переигрывать никогда. Так, кис, только не надо мне еще раз сходить. Это будет уже очень забавно и смешно. Так. Что-то киса у меня как-то очень странно себя ведет. Очень странно. Так, а кому что там надо? Фасольки, печеньки. Так, яйцо, фасольки. Так, кофейку. Кофейку держи. Так, помидоры и хлебушек с маслом держи. Так, отлично. Чаевые я получила максимум. Так. Ребят, я хотела яйцо положить, но вместо яйца у меня получилось, что я немного ошиблась. Ошиблась. И они захотели у меня не того. Ой, ёпарасете. Блиха, муха-то, ёкарный бабай, а! Вот яйца вы такие, квазимоды, а! Сгорели по восьмерке за яйцо. Это же... Где вы такие расценки? Надо мне поменять поставщика яиц. Это же кошмар. 8 рублей яйцо. У нас в магазине самое крутое яйцо столько не стоит. А тут, блин, да что такое? Сковородки надо тоже поменять. Да чтоб тебя. Вот зачем они им головные уборы одели, а? Мне так хорошо было без головных. Так, ребят, я опять в попе сижу. Вот просто по-другому не скажу. Да еще вам... Такс, мой неудачный день продолжается. На этот раз он у меня на игре отразился, все у меня тут ломается. Это же надо такое придумать. Так, ой, ё-моё. Так, а у меня этой фигни нету. Что там дальше? Кто там дальше хочет? Так, сосиса, фасоля, держи, кофе держи. Яйцо сгорело, ну да, как же без яйца сгоревшего, неинтересно же, да? Ай-яй-яй-яй, такс, и вот такс, и такс, давайте идите все, тараканчики мои, идите, мне же скучно без вас, скучно просто, скучно, да. Так, кто там ставку принял, что я за 3-4 раза не пройду? Мне кажется, ребята, вы сейчас сорвали джекпот. Реально, зачем нужно казино? Просто ставить, пройдет ли она 29-й злосчастный уровень. Наверное, у каждого есть такая игра, в которой он чувствует себя немного... Немного того. Такс. Ух. А, ёпарасете, я яйцо не успела снять. Ну, чтоб тебя. Терпеть не могу, когда в самом начале такое происходит. Не могу такое терпеть. А, ёпаё, а. Ну, ёкарный бабай, ну что за фигня?
Не хочу, ребят, не хочу, не хочу. Я знаю, что я могу. Я в прошлый раз играла нормально. Мне не хватало просто чаевых. Может, начать с чего-нибудь другого? Например, отпустим вначале бабу, которая у меня хочет... Я же помню прекрасно, кто что у меня хочет. В плане того, что... Ну, я реально помню. Так, блин. Клинтон, да ёкарный баба! Я не то положила. Вот память. Я, и да, еще хвалила, что я помню всех, кто у меня что хочет. Видимо, сегодня это не в счет. Сегодня я ни хрена не помню по поводу того, что кто хочет. Кроме сосиски с помидорами. Да ёкарный бабай-то, а? Блин. Идите вы все в попу, в пень-колоду. Новогодние хренотени нацепили. Могли спокойненько и ходить где-то там это... Чё вы играете? Играть, миграть. Блин, ребят, я чувствую себя полной идиоткой. Ребята, я... Какой кошмар, да? Такс. Иди отсюда, Фифа. Так, яйцо держи и кофе держи. Давайте следующее. Я знаю, что там яйцо придет. Так, яйцо и... Лесно. Так, сосиска. Яйцо горит. Да сердце просит. Так, отлично. Блин. Отлично-то. Давайте, кто кофе хочет? Отлично. Тебе дадим. Тебе дадим. Тебе дадим. Тебе тоже дадим. И тебе дадим. Всем дадим. Так, давайте. Кто там следующий? Так, хлеб и тосты, прелестно. Так. Так. Что там дальше у нас? Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин, я начала тупить. Время, я понимаю, что подходит к концу, и я еще. Ведь я ай, блин, неужели мне еще надо прокачивать за алмазы интерьер? Да чтоб тебя! Ну ничего, я скорость набираю. Да. Так, раз, два, три, раз, два, три. Короче, даем вначале этому чуваку с помидорами. Давай. Так. Потом отдаем мы этой девке. Так, главное не тупить и не путать никаких ингредиентов. И все у нас будет тип-топ. Так, помидоры и это отлично. Так, этому дала. И вот этому тоже дала. А, яйцо горит. Яйцо не успело сгореть, прелестно. Так, давай тебе яйцо. О, блин, яйцо. И еще яйцо. Так, два яйца и эту фигню. Отлично. Такс. Пока неплохо идем. Так, это отлично. Это прекрасно. И такс, и прелестно, так, пока, тип-топ,
все более-менее нормально у нас с вами. В плане того, что я понимаю. Так, яйца горят быстрее, чем сосиски. Всегда. Это прям правило. 5 минут. Посолька. Такс. Такс. Так. Кажется, я не тому печеньки дала. Да пофиг. Разберемся по ходу дела. Такс. Так, кому там кофе? Кому печеньки? Отлично. Так. Мне все хотят сосиски, а у меня сосисок-то столько нету, сколько вы хотите. Так. А, печеньки, печеньки. А, кстати, блин, мужик, вернись, у меня тебе бифштекс готов-то, бляха-муха. Вот успела бы ему отдать, и все, получила бы чаевые, и все, было бы красота-то. Короче, ребят, те, кто говорят, что в этой игре только рука играет роль, не совсем правы. К сожалению, здесь еще задействована голова. Не к сожалению, наверное, к счастью. Потому что если вы думать не умеете, что вы делаете, вы здесь будете просто в пролете. Мало ли того, что вам надо решить, кому давать в первую очередь, так вам еще надо решать, кому вообще давать что-либо. Такс. Ой, биштекс, биштекс. Успела снять. Прелестно, прелестно. Потому что эта сволочь горит быстрее всех. Так. Такс, такс, такс. И вот такс, и вот такс, и вот такс, и вот такс. Блин, Клинтон, да? Ах, все, успела всех обслужить. Фух, замечательно. Такс. Так, я скоро реально запомню, кто что хочет. Кто что хочет, кто что хочет. Так, так, кому печеньки, тебе печеньки, стрекоза ты моя ненаглядная, держи. Так, тебе, жди своего бифштекса долгожданного. Блин. Кофемашина, ты не вовремя сломалась, ты в курсе? Так, такс, и опа, и опа, и опа, и опа. Так, что у нас тут еще? Прелестно, прелестно. Бифштекс. Отлично. Такс, и кто там еще у нас идет по плану? Так, печеньки, фасолька тебе с сосисками, держи. Тебе печеньки, держи. Тебе сосиски и помидоры держи. Блин, сосиска сгорела. Ты сволочь, ты такая недоделанная, а? Так, тебе печеньки. Нет у меня столько печенья к вам. Идите все в попу. Блин, опять сосиски. Одни сосиски тут. Так, блин, я ступила, ребят. Я просто ступила, да? И я не прошла, мне не хватило копейки-то. Ну ничего, накачаем руку, пройдем рано или поздно, куда денется этот 29-й. Так, по сути, мы правильно с вами идем в плане того, что нам надо с вами вначале давать этим сосисочным дел мастерам, вот, а потом уже всем остальным. Такс. Такс. Горит, 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 горит. Такс, иди сюда, иди сюда. Такс, что у нас тут? Фасоль, отлично, помидоры и хлеб, отлично. Так, тебе это, и тебе это, и тебе чего? И это. Так, отлично, прекрасно. Такс. Я знаю, что тебе кофе надо, а тебе хлеб с этим нужен. Но у меня нет ни того, ни другого. Так, хотя уже есть. Такс. И ха-ха. Фасольки, масольки.
Так, а, черт, не успела, чуть-чуть. Теперь она будет этих печенек ждать 3/9. Так, отдаем вначале этому, потом этому чуваку, потом... Ё-моё, яиц куча, ай-яй-яй, у меня сейчас сосиска сгорит, сгорит сосиска. Чёрт побери, сосиска сгорела. С этих недотёп-то, а? Под названием, как они называются-то? Не знаю, знать не хочу. Блин, обе сосиски. Не, я не буду пока вытаскивать. Хотя я кажусь в полной попе, потому что они же дальше захотят сосиски. Я вот больше чем уверена, что они захотят сосиски. Но я же... Так, ай, ёпрсте. Да, ёпрсте. Вы что, все хотите сосиски? А кто-нибудь не хочет чего-нибудь... А, пацан, подожди, твой бифштекс готов, твоя какашка на тарелке. Куда ты ушел-то, а? Так, опять 14. Мой лучший был рекорд 13. Такс. Я пройду этот раунд, если достигну 12. Да, тяжела задача, но где наша не пропадала, называется. Такс. Хлебушка и помидорки и... Опа! Так, опа! И опа! И опа! Блин, баба! Такс. А, яйцо в груду! Чтоб тебе! А! Все. Разбесил меня этот раунд. Разбесил. Так, перезапуск. Да чтоб такое, а? Прям села в просаку. Я в казино не выиграла никаких денег. Так, я что-то не то кинула. Реально, я что-то не то кинула, потому что мне не надо такое количество яиц в самом начале. Так, можно запить и получать удовольствие от того, что идет под названием процесс. Если так вообще можно сказать. Так, хотя сомнительно, конечно. Так, хлебушка, помидорки, держи. И фасолька с яйцами, держи. Так, и держи. И идите все в попу. У Лены выходной. Если вы не верите, ваши проблемы. Так, опа, 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 опа. Так, опа, 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 опа. Так, печеньки и... Сейчас будут твои сосиски готовы, мадемуазелька. Так, и не только твои сосиски, но и всё всяко-разно. Так, и... Так, сейчас придет, который хотят кофе и печеньки. Нет, не кофе, печеньки. Да, странно. Так, Так. Так. Печеньки, кофейки. Такс. Такс. Фасольки, помидорки. Такс. Такс и такс. Печеньки, кофейки. Такс, такс, такс. Такс. Большое количество обслуженных. Есть! Я прошла! Так, мне просили не кричать зрители, потому что микрофон не выдерживает моих высоких частот. Ребята, но я в таком адреналине.
Такой прилив энергии, лучше всякой чарки кофе в плане просыпания и в плане... О, я обслужила 12! А, точнее, я потеряла 12! О, я подняла! Ха-ха! С 13... Короче, как я была права, мне надо потерять только 12, я пройду этот раунд. Боже мой, я тебя обожаю, лихорадка, потому что ты заставляешь чувствовать себя живой, и главное, ты заставляешь чувствовать, что ты преодолел себя. Да, ты сделал себя, я сделала себя, я показала себе, что я могу то, что кажется, что я не могу. Так что помните, ребят, никогда не сдавайтесь. Если вам кажется, что это вам не по плечу, стисну зубы вперед, и все у вас получится. Поверьте, это вам говорит самый конкретный нуб в игре «Кухонная лихорадка». Медленнее, наверное, нельзя. Так что всем чмоки-поки! Пока-пока!